поженимся 22-го. А що? А давай. Та ладно, я шучу, вона даже... Бля, прикиньте, сейчас ко мне бабка доебется, что ты тут снимаешь, нахуй. А я просто, блядь, с модерами видос записываю, даже не для стрима. Слышите, короче. Смотри. Ты по фейстайму разговариваешь, скажи. Ну да. Ой, все, будинок у розестых подій. Что, прям сюда заходить, блядь? Да, будь давай. Давай, вставай как-нибудь, не хочу. Пам-пам-парам! Пам-пам-парам! Есть одна проблема, чат. Ой, говори, чат модеры, у меня маски нет. А, красава. Ну, носки в рот. Отмена, короче. Не, ну а что? Ребята, это был пранк, мы уезжаем. Хамут, нормально, да? Вы еще поженитесь? Я просто хочу взять телефон срубить. За сколько тысяч? 40. О, давай, давай, давай! Имба. Имба? Имба. Да. Пизда, больше нет. Тут сеньорская маска пойдет, давай. Да, зайди какую-нибудь. Давай, когда спихи, короче, да. Как это называется, правильно? Сейчас пока ничего не кидайте, пусть сначала этот видос на и посмотрят. Да, да. Стильно, модно, молодежно. Так, для фоточки, для фоточки. Улыбаемся. Блядь, что это за хуйня? Огонь, огонь. Блядь, текаем нахуй, текаем, сука. Пизда, куда я иду нахуй? Ты мог подумать, что ты когда-нибудь пойдешь в это место? И в таком виде? Да. Конечно, блядь, нет. Пизда, господи. Ну я просто увидел вот это, и мне типа надо... Давай. Не залазь, тут маски, это не будет. Судьба, походу, против. Там фейс-контроль знатно работает, конечно. Через окно, Гек, через окно лезь. Идем туда теперь, сука, я в маске нахуй ебаной ходил. О, это все хорошо. Постучи им в окно. Будинок у русистых людей, что за хуйня? Четверт, до пяти, ага. Ты заходи уже. Ну все. Давай, не тяни, успокойся. Подходишь под все критерии, заходи давай. Заходи, давай, не бойся. Не трясись, как раскинули лист. Ой, бля! А если у меня паспорт, это что значит? Так ты же не заяву идешь подавать, Гекс. Заяву мне только спросить? А, мы просто спросить же, что это. Блядь, на туре. Ой, как ты переживаешь. Нет. Не стекло, что ли, Боська, ну соберись. Давай, обратного пути уже нет. Подтолкните его кто-нибудь. Так, не поняла, а что ты маску снял? Давай обратно маску, ё-моё. Коронавирус. Не хочу. Да не хочу. Спасибо, давай, там наверное. Люди есть, не бойся. Так. Ну хорошо, у них попросишь. Так, кабинет. Видишь, какая-то дверь. Против. Иди направо, нормальные мужики налево не ходят. Будена крутя. Здрасте. А можно к вам, а? А такой вопрос. Расписываться 22.02.22. 22.02.2022. Можно? Ну, есть там какая-то очередь или что-то? 5 минут спустя. Так, алло? Ну вот, ты боялся. Ебать. Мы не мешали просто. Да, красавчик, если не говорили. Этот, охуенно, да? Ебать. Может, заедешь там быстренько купишь? Может, колечко посмотрим? За колечком идем. Ну, мы идем пешком сейчас за колечком, вообще-то. Ебать, ух ты ж, блядь, меня... Ты что, попустила? Ты там не вспотел случайно? А вы видели, в каком ахуе я сказал, когда она сказала, что можно пожениться? Угу. Может, завтра, может, завтра. Слава богу, она мне ничего не сказала насчет маски, блядь. Просто слава богу, нахуй. Здрасте, а можно эти колечки посмотреть? На предложение.
золото. И камушки. Хорошие были. Золото. И камешки. Сейчас, секундочку. Новое золото. Так, давайте. С каких начнем? Две диаманты и одна пивка, что мне камни. Диамант. Подороже сначала давайте глянем. Потому что мы были в Каштане, нам не понравилось. Ну, золото как золото обычное. Червона? Да. Бобила в ножик серебряная. Да? Тут золото. 17 размер. Який? Тут есть у вас. Но нам надо до 22 купить. Желательно даже сегодня купить. Або... Да, сегодня. Вот этот очень красивый еще. Прикольный, но... Не хочу. И вот этот правый вообще очень красивый. Правый классный, слушай. Ну... Да, он большой. Мне тоже этот нравится. Да, вот правый. Ну вот этот, наверное, либо... Блин, этот меньше, да. Не, вот этот лучше, который давайте. Вот этот. Большой, большой. На мизинчик, наверное. А, ну, да, ну можете на свою. Ну этот, ого! Да. Да, я оно. Кричу, да, наверное, это у меня просто наушник. Оно. Оно, да. Да, да. И вот это 100% оно. Но я вот думаю, еще звездочка или вот это? Как вы думаете? Она может звездочку померить? Просто два кольца надеть и звездочку? Да, там выбирают. Ну, это же удобно будет. А вы можете тоже звездочку себе одеть? Мы уже определились, да. Вот эти два, наверное. Одна из них, то есть. Я обещаюсь, если кричу, просто на наушник. Угу. Ну, воно красивіше в такому плані. Блін, так. Да. Очень розкошне. Уф. Да. Да. Угу. А можете ще рядом оте одіть, щоб ми прям поняли вже окончательно. Ну, я уверен, що я вже у вас беру, походу. Так. Ну, ну очевидно. Да, мне кажется, все-таки вот это, что посредине, однозначно, да, оно лучше. Да, да. Да, да, вот это, 100%. Так, смотрите, они есть у вас 17 размеры, правильно? 17. О, а можно его еще красиво упаковать, угу. Чтобы какую-то коробочку и так далее? Есть коробочки с подсветкой. Пошли смотреть. Все, о, однозначно это берем. Да, и там я просто не все привыкли. И вот такой вариант с подсветкой. Них. Ого! Нихуя цыган, цыганская тема. Ничего себе. Что скажете? Ящик. Ага, тоже с подсветкой? Нет. Блин. Не, хочу сказать. Подсветка круто. Все, считайте. Так, чего там? Салам алейкум. Алейкум ассалям. Салам алейкум. Я ретабнулся, я обосрался. А, вы еще не... Все, окей, тогда я пока посмотрю. Хочешь, я вам на диамант-тестере покажу, что это делаю? Давай, это прикольно будет. Алкотестер чисто. Я такого ще не бачу, мені інтересно. Блін, коробка, звісно, взагалі я в шокі. Вот это красиво. Да, только Морген. Чесно, я би вот это сохранил, как-то бы еще и рекламу бы безплатно сделал. Офигеть. Вот так вот, сделайте фоточку, ребята, это просто капец. Ты можешь обучально со стримом поехать и Наташа покупать тот. Так, сейчас, хвилиночку, я вам покажу. Пишет, хорошо. Это диман. Якщо засвітяться красні полосочки, то це, значить, диман. Ого. Ого, 100% диман. Це центральний камешек, по бокам. Максималочка. Да.
Ага, скам. А что не работает, а? Оп. А, офигеть. Прикольно. Ну, мы поняли, у нас время течет. Ну, там они же в золоте. Да, золото чуть-чуть. Профессионал. Красиво. Были уверены, что... Да, я вижу. Ну, мне же видно. Вы вам тоже видите, у нас глаза пикают. Давайте картой. Удобнее будет. Сейчас нам не оплатит. Как за iPhone чисто пик. Со всех деньги с карты. Я уже привык так. Чисто по 10% с каждого. Все, пиздец, у меня минус прилетел. Не, пробираем. А кто-то трек заказал, чё что? Хорошо, ну если модеры попросили под музычку сидеть, тогда ладно. Спасибо, спасибо, модеры. Ну если под романтику, вот такую музычку, да? Лицом. Ты чё, Катя? Да я не понял, я не поняла, да, человек дивился. Ля, как красиво. А макипировка вся осталась, человека не мог? Да? Да, модером, спасибо, такая песня прикольная. Ага, понял, понял. Ну, кажется, чат с Богом. Ты плачешь, ты же даже не испытал. Натали, ты будешь моей Кейтой? Блять, я сам плачу. Спустя хрен знает сколько лет. Бля, по-моему, она должна была плакать, а не я. Да? Да? Серьезно? Да, 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 да. Угадали, чат! Угадали! Нормальный тём дай! Да похуй! Ебать, сижу за пах, что? Я не смог сдержаться, я держался долго, чат, сори. Кейта, я тебя дуже сильно люблю. Ну она плачет, я сам начну. Покажи чат. Единственный минус, я сразу прошу прощения, это не топазик. Это диаманты. Я продал Камару. Очень много постанов вас ждет. На Кейта не хватило. Самое дорогое кольцо в городе. И, кстати, почти в Киеве. Ну, одно из. Красивые? Да я сам в шоке, слышь. Ты как раз так одевался. Вроде на рыбалку собирался, а тут получился. Make the
прям так тяжело, да? Кук. Легче стал. Ох, так, надо стаканчик туда. И он ушел. Кто ушел? Ты, кажи, давай сфоткаем тебя с чатом. Меня с чатом? Это, а как? Ну, встань. Вот так. Так с чатом это... А! Типа, я такой важный. Директор. Іменем закону української держави стверджується взаємне воєволі громадян. Наталії Сергіївни Карась та Богдана Вячеславовича Кухар на спільне сімейне життя.
Віднині ви подружжя. Кстати, что ты понимал? Смотри. Все, здравствуйте. Лучший. Давай. Пас, давай. Давайте. Хоть повернись сюда, правда, стакан. Давайте, да, все, цапнемся. А я на ту сторону. Берите стаканы. Все берите стаканы и давайте цапнемся. Ой, бокалы. Вот тут? А тут? Рядом одна с одной стороны, другая с другой. Ты для меня, а ты для меня. Да, и давай для ручку. Таня, смотри, девочка. А может это Таня дальше смотрит, мам? Может, сидите. Мам, на сиденье. Давай, сиди. Красивый. И теперь все цокнут. А, спасибо. Так, и давайте фотка. Хорошо. Фотка. Давайте сюда с бокалами. Да, давай. Бокалы?
давай, подходи. Давай. Ой, как я падаю. Как я подниму сейчас. А держи его. Его вцепить надо было, а не зашел. У тебя страшно. Луна нацеплялась. Там Сереня, он там. Да, давай. Там же не сюда полка. Сань, а на эту лучше хвост? Что? На всю сторону хвост, через эту перекину. Ще вулиці вийна стежка лінця стрічкою між берегів любові та взаємно розуміння. Добре вам час, на довгий рік, на добру долю, на щастя. Шановні гості, оплесками проводжуємо щасливу та подружню пару. Кого вынос? Еще рано кого-то выносить. Женька, поцеловаться. Давай. Ступеньки берись. Бабуля. Невеста же у них пристает. Ура! Все, Наташа, на 5 часов там, мы поехали. На 5? На 5. Все, как раз дойдем. А ну что? А? Я пешком хожу. В смысле? А где это хинкали, господи? Куда мы? А куда ехать? Какие хинкали? Я не знаю. Я не знаю, куда ехать, если честно. Я вообще ничего не знаю. Ну что, поехали, я уже махаться хочу. На фоне Пети. Ее не видно. А мне не видно, да. Теперь видно. Что может быть красивее женщины напротив наливающегося бухла? Давай покажем чату, что нам мама подарила. Смотрите. Обалдеть. Она сказала, что мы еще теперь вот так обручены. Этот бижуха? Ну, дурак. Он такой тяжелый. Вау, у тебя прикольный, слушай. В смысле? У меня прикольный. А у тебя обыкновенный. Кэти, смотри, какой классный. Ага. Домой сегодня, походу, не доедем, Кэти. Так. Обалдеть. Так, сегодня у меня задача на вечер теперь другая. Уехать с этими двумя браслетами домой. Я круто. Я знаю, где. Мама, да, я знаю. А, я говорил, есть. Сейчас, да что будет дальше? Где Горько, где жених? А где жених? На месте. Короче, я понял, я каждую минут 15 меняю женихов. Да, какая футболка. Горько! 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 Давай, раз! О, тихо-тихо, не съешь ей старик. Куда вообще? Что так резко? Ого, ты меня з'їв. Це ти вообще? Ура! Опять же лицо каца. А де моє? Не понял. Кто? Ви чо? Обман. Хто длив? Кинули з камери. Бачив, я спустив стаканом цокався.
сідайте, кушайте. Стойте. Давайте, типа, цокнемся, а потом будемо. Давай. Короче, давайте нап'ємося. Да. Я ж для того, типа, ще провоцирую. Отвлекаєте мене. Хочу видеть, как Бура будет писать на стол. А ты что думал? С одного края в другой. А что, бабуля не бабуля то не надо? Со своей чашкой пришел на свадьбу. Да, я со своей чашкой пришел. С домашней чашкой. Давайте он шампанское. Да я прыгаю. Кейта, туда. Давай чокнемся, выпьем. Давай, дынь, давай. Хорошо, кстати. Да, все, да. Прекрасно, смотрите. Вот так, стороной, типа, до ведачів. По сути, так. Мы там будем стоять, да? Только надо сейчас фитилек найти. Давай, отключу. Бля, я буду ржать, если сейчас вверх ногами. Так, вы уверены? Нахуй. Будем разбегаться. Так, если он будет стрелять в нас, бежите, куда видите. Мы не знаем, куда. Ага, я мы не знаем, куда она бежит, но вы бежите. А стрелочка вверх должна или вниз? До глядачів, але де Фітя? Даня, ти перевернув неправильно. Це стрілочки до нас, це типу. Ну так, мам, наоборот. В смислі? А, ні. Та ні, да он стрілочка. Стрілочками на зрителей? Ну так, а де Фітя? Вот тут. Та я пойду, хватит, а оно не такое. А вы уверены, что стрілочки это не направление огня? Нашел Фітя? Та ні, ні, там нормально. Да нормально, що ти? Да роздерете нахуй. Глазки ветер глядите, чтобы не снесло никого. А, да, кстати. Ничего никуда не снесло. О, привет! Сейчас будет бум! Дань, стой! Я забываю про то, что ты тут ходишь, понял? Ну это, в принципе, лучше. Всем ку, ребята! Комментарии пишем, лайки ставим. Манроки топчик. Можете поблагодарить за все вот эти отрывочки видосиков Манроки. Он ходит за нами, снимает. О, уже горит. Йо, побежали. Обалдеть, тікаєм! А тепер тікаєм! А последній этот? Хорош тут банок. Ми не балуємо. Общественне місто. Згідно статті, ми обираємо, не переживайте. Який шнур? А. У тебе щось випало. Церкви просто розвлікається, все добре. Спокійно. Потомки. І так, потомки. Ми з Кетцей вирішили, що ми полгода не будемо бухати, курити, в общем, фігньою страдати. Ну, типа, здоровий образ життя, полгода і спорт. Так що ви, потомки, будете здорові. Не переживайте. Да, тому що буду я. Батя, блядь. Що, блядь? Сука. Пожилим батей буду я. Зараз буде драка. Давай, блядь. Зараз буде драка. Давай битися. Ну все, я готов драться. Як уже, а я могу сидеть пописить хотя бы? Можно хотя бы пописить? Ну подержи просто. Не, я типа вверх, да? Ну да. Не. Давай я с тобой. Звук просто. А не, просто звук. Пошли, я подержу. Идем, окей. Сейчас, подожди. Ой, здрасте. Не испугался. Бля, тут зеркало. А я подержу так, чтобы... Так, подожди, погоди, дай закрыть тебя. Стоп, я не знаю, что я сделал тут. Ну я похоже. В смысле, что ты сделал, нас... блядь? Мы выйдем вообще отсюда?
все, заебись. Давай едем, на седание. Только в зеркало не направляй, дура, блядь. Давай, я держу. Ой, блядь, сука, господи, хоть пописью за 6 часов съемок, блядь. Давай. Так вот, ребята, выпьем за вас, за каждого из вас, кто сидит сейчас на стриме. Вот, спасибо вам за то, что вы пришли сегодня, спасибо вам, что вы сидели сегодня, спасибо вам, что вы заходите каждый день. Обязательно подпишитесь на канал, не забывайте о том, что я стримлю каждый день, не забывайте о том, что... Да-да. Я что-то смешное кажу? Не, возьму руки на... Не забывайте донаты. По блютузу. Не забывайте донаты. Кейс, попробуй ребро. На всех видео манроки со свадьбы буду я. Только я, блин. Только на этой части стола. Манроки чисто на него не поворачивай. Как ты думаешь, по залету свадьба? А в лицо не тыкай? Да. А что ты мне в лицо тыкаешь? Это ширик. Да твоему лицу как бы уже все равно ничего не поможет, как не тыкай в него камерой. Как это свадьба и без драки, Артурчик, Зубчик, верим вас. Не, ну мы с ним не сможем подраться, вы чё? Я девочек не бью. Просто алкаш, вот это прикольно. А, спасибо. Нет, там не было? Снял зуб, да. Там Горька не было. Я же из-за этого слушаю. Нормально, ты только что объективом за 50к об стол увалил. О, кстати, мы чем-то с тобой похожи. У меня тоже 6 Mi Band. У тебя 6 или 5? 5. О, понятно. Что ты скажешь? Блядь. Кстати, у меня Kia такой же, как у тебя Tesla. Прикинь. Не, серьезно, без рофлов. Тоже синий металлик. Это не батька, это мама мамина, ну, бодиной мамы. Ты манроки не души, ему некомфортно. Я тебя что, душу? Что? Кто? Пишешь, что я тебя не душил, я тебе что, душу? Так души. Опа. Ты еще такое одобряет. Зуб, бля, где тамада, где конкурс? Так я ж кто? Я и оператор, и тамада, все подряд. Ты специально тянешь время, я тебе отвечаю. А он ему уже нравится стримить, он уже... Вошел в азарт. А, мне нравится? Мочалка, блядь. Снимаешь, снимай. Короче, так? Закрой, ебало. Я молчу, кстати. Без мана. Я, кстати, молчу, а браслет покажи. 29 лет, ебать, это через лет 50. Сколько нахуй? Ты что, ебанулся? Да, дед. 29? Дед. Прикинь. Все, пока, давай. Чей, блядь? Дед нашелся. Стримит молодежь. Да. И в ТикТок. Купил, луки делаешь, луки делаешь. Вот это как-то. Не бани бани гани ге. Луки. Не бани 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 ге. Что это за пиздец? Тебе сколько? 29, ты что, ебанулся, блядь? Я спрашиваю. Я хотел сказать, ребят, все, ребят, всем пока. Я на уже вас бесплатно. Ау, Гарька. Харьков, у вас двойка. И насколько, и что? Это девочки занимались, говорю сразу. Все остальное делаю я почти. Говорю, все, по домам. Каких домам сейчас в рестике? Нет, ты давай, пока, все. Ты модник, ты уже домой едешь. 6 было кто-то. Тебе говорили, ты что, на приколе? Я думал, это типа просто по приколу водичку типа дают. Шампанское. Я целый день не кал. Живчик и шампанское. Иди, еще там осталось. Офигеть. В машине есть. Короче, я кабачный. Я мимо класса. Это видео. А то мы все... Прям в объектив! Ты шо? Ты вы заляпала! Все, да я шучу. Не той алкоголь, який я люблю. Де мої віскі? Які віскі? Віскі в тебе впустило колесо. Давай цьому.